Привет! Сегодня мы поговорим про самого нерешительного знака зодиака. Превосходные стратегии и отличные работники. Эти люди умеют дружить и строить здоровые отношения. Эти люди приветливы и доброжелательны, легки в общении, позитивно настроены, с прекрасным чувством юмора. Им важно всем нравиться, так что они внимательны к чужому мнению, умеют меняться, готовы развиваться. Они любят быть в центре внимания. Они прирожденные актеры и ораторы, тонко чувствуют красоту, имеют прекрасный вкус и множество талантов. Среди их лучших качеств характера присутствуют следующие: обаяние и дипломатичность, логика и острый ум, элегантность и прекрасный вкус. У них есть минусы, хотя их не так много. Легкомысленность в отношениях, долгие поиски предназначения в жизни, излишняя мечтательность и непрактичность. При этом они один из самых положительных и комфортных в общении знаков, среди которых немало обаятельных и харизматичных личностей. Ну и этот знак лисы, естественно. Ну а если понравилось видео, обязательно ставь лайк и подпишись.